Всем привет, с вами Тормод, и мы продолжаем играть замечательную игрушку RimWorld. Ну что ж, пока наши поселенцы спят, давайте мы их переименуем. Я обещал, что у нас двое будут переименованы, и начнем с первого. Скаю мы переименуем в Анжелику. Вот, и мужичка мы переименовываем в Биг Мака. Вот так вот. Ну что ж, теперь у нас есть Анжелика и Биг Мак. Давайте увеличим скорость. Оу, Анжелика уже проснулась, и давай все чинить. А что у нас тут сломано-то? А, я понял. 175-140. Видимо, что-то изменилось в моде. В модификации, и стены теперь у нас не 175, как были, а 140. Ну ладно. Вот она теперь бегает везде, все чинит. Так, ну это все мелочи. Мне главное, что не нравится, мы с вами защищены только с одной стороны, и вести бои сможем вести только с одной стороны. Мне бы хотелось все-таки подготовиться получше. Давайте мы сделаем, может быть, вот так вот перекрыть. Вот здесь, здесь и здесь. И здесь сделать какой-нибудь блокпост, чтобы с этой стороны, вот все, кто появится в этой зоне, чтобы мы их могли встречать. Потому что у нас только, если они будут идти вот с этой зоны, есть ограждение. Наверное, я его уже буду делать не таким большим. Так, а здесь у нас сколько? У, стена из известняка. 540. Ни хрена себе. Блин, нам бы действительно в камень уже уходить. На лед. Вот я про это и говорил. Кто у нас? Сверху идет мужик с дубиной и с ножом. Хорошо, ничего страшного. Ой, даже не сверху. Где они относительно нас? Да, вот они с этой стороны придут. Они сразу же пойдут, интересно? Или еще покуролесить немножечко? Сразу пойдут. Новая пара? Анжелика и... Ну, наверное, Биг Мак. Ох, как. Ладно. Нужно место для развлечения. Я что, развлечения не поставил? Ах, стали нету. Да, ее так и не построили. Понял, место для развлечений. Ну ладно, нам надо вначале отбить атаку. Хорошо, я не являюсь каким-то гуру этой игры, там замечательно как-то играю. Нет, они пока что еще не собираются нападать. Пускай наши пока покушают. Изучения идут полным ходом. Ну вот, я да-да-да, она сейчас будет все стены изменять. Вот, пираты фракции идут на штурм. Хорошо. Давайте мы выберем всех наших. И скажем им занять наши боевые позиции. Также выберем собачку. Скажем, чтобы область для животных она заняла. Все. Все готовы. Давайте уменьшим скорость и посмотрим, как мы справимся. Так, давайте мы их выманим немножечко. И куда они пошли? Вот гады-то. Ладно, будем их выманивать.
Ну вот, я хотел убрать этот камень. Ну, Анжелика. Да косые вы какие. Так, сейчас второй будет убегать. Давайте мы за ним пошлем наших людей. Может быть, мы догоним его. Куда ты побежишь? Кажется, вниз. Давайте мы вот так тогда. Покажите, что у тебя. Да ничего у тебя нету. Так, Анжелика и Биг Мак, сможете вы его вырубить? Интересно. Справитесь вы со своей задачей. Нет, по ходу дела они его просто не догонят. Ну да, нам нужно второе оборонительное сооружение, а желательно даже не одно. Нет, мы его точно не догоним. Все, это бесполезно. Всем отменяем. Ох. Ты, насколько тебя сильно ранили? Порез, 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 порез. Вырвано. Восьмое ребро. Это движение плохо. Кровотечение. Так, что-то у нас общается хорошо. А где у нас был шанс? Я помню, где-то же писали его шанс на вербовку. Где-то было такое. Я уже не помню где. Ладно. Ничего страшного. Раздень его. Ой, захватить. У нас некуда захватывать. Не-не-не. Я передумал. Просто раздень его. Угу. Все, у него аптечка еще, кстати, есть. Это нам пригодится. Ладно, продолжаем играть. По поводу вопроса, почему я не пользуюсь клавишами там F, C. Потому что я не привык ими пользоваться, честно скажу. Я уже очень давно не играл в шутеры, мне они очень сильно надоели. Мне нравятся теперь игры, в которых надо чуть-чуть подумать и что-то поделать. Блин. Хорошо, покажите мне, что у нас там. Я просто заказал вот это железо. И когда они доберутся до него? Давайте дождемся. Так, ну аптечку. Аптечку тоже хорошо. Ух. Погасли костры. Давайте мы их зажгем, чтобы они нам не жаловались, что все слишком как-то плохо. Темно, плохо, неуютно. И скоро у нас первую технологию изучат. Ну и, кстати, затмение идет. Это не страшно. Так, нужно сразу же наметить, где у нас будет кондиционер. Давайте вот здесь поставим кондиционер. Грузовые контейнеры. Кстати, давайте проверим, что у нас там. Что нам прислали? Синтек ткани. Далеко? Ну, слушайте, не близкий свет. Ладно, заберем. Все легли спать. И металл так и не накопали. День, честно сказать, прошел впустую. Сколько у нас здесь? 50 стрел. Да, дерево есть, железа нету. Давайте еще раз посмотрим, что у меня с назначениями на шахтера. Только один занимается шахтерством. Давайте мы, наверное, еще вот так вот сделаем. Шахтер, садовод. Да.
Так, ну пока она изучает, мы следующее изучение пока ставить не будем. Закончит она изучать. Надо бы в камень уходить. Надо в камень уходить. Биг Мак, почему ты слоняешься? Скажи мне, честно, гуляет. Биг Мак, что он еще может делать? Охотник, повар. Кстати, а что у нас с едой? Давайте-ка мы его отправим на страуса. Страус Эму. Все? Пускай. Вот, пошел. Сколько ему, интересно, стрел понадобится? Молодец. Слушайте, он лучше стрелять стал. Так, Анжелика, по ходу дела, что-то принесла или нет? Не, прибежала покушать. Биг Мак молодец. Повар наш. Хе-хе-хе. Ему подходит это имя. Честно скажу, очень. Так, ну исследование. Давай, давай, заканчивай и пойдешь уже заниматься камнем. Ой, не камнем, металлом. Металл добывать. Металл нам очень нужен. Пока у нас все в поселении идет очень хорошо, гладко. Как там у нас растут? Скорость 81, ну да, сейчас у нас света мало, выросло всего на 43%. Внимание, риск серьезного нервного срыва. Ну, ладно. Так, исследование завершено. Испарительный охладитель. Только сейчас они закончили испарительный охладитель. Ну и, конечно же, она пошла сразу же заниматься. Хорошо. У-у-у, как все туго у нее с камнем. Ну ничего, научится. Следим, кто чем занимается. Анжелика носит вещи в склад. Нам, кстати, этого склада скоро будет не хватать. Так, гул прекратился, это хорошо, может быть, тебе станет полегче. Я уверен, что в первую очередь стресс дополнительно добавил. Так, в темноте... О-о-о, а почему в темноте? Здесь не темно. Сон на жаре, сон на улице. Ладно, давайте посмотрим, раз уж нас изучили, посмотрим, что это за испаритель такой интересный. Я его не видел, для меня это все в новинку. Вот он. Исчезает через несколько дней. Ну, это как? Давайте. Здесь поставим испаритель. Наверное, вот тут поставим испаритель. Блин, по 50 дерева за каждый испаритель? Хватит пока испарителей. Хотя вам в комнаты я тоже хочу сделать. Давайте мы немножечко еще нарубим деревьев. Я уже заговариваться стал. О, Анжелика, ты решила помочь? Или передумала? Такая, да ну, тяжелую работу, пойду деревья порублю. Так, затмение, жара, давайте все это выключим. У нас затмение прошло, стало посветлее. Я рад, что у вас все хорошо. Да, кстати, ловушки-то. Давайте. Автовоспроизведение поставим. Ну что ж, наши работнички работают. Я бы хотел паркетом еще везде покрыть. Здесь поставить столики, здесь комодик какой-нибудь. Ну, вообще, побольше всего сделать, чтобы им нравилось. И, конечно же, нужно проводить электричество. Давайте начнем вот таким вот образом. Ну, сейчас его здесь доделают, и мы сделаем вот так вот. Электричество проведем... вот таким способом.
Блин, я бы еще хотел кое-что изучить и поставить, что... Здесь есть такая штучка, вот этот выключатель, его можно сделать, чтобы он работал, например, на движение. И можно поставить, например, лампу включаться только тогда, когда кто-то есть в помещении. Например, кто-то вошел, лампа включилась. И не придется тратить много энергии. Но это нужно изучить. Так. Еще ветротурбина. Сколько ты там наклепало-то? Вообще. Ну ладно. Ей простительно, она очень низкого уровня. Шахтер низкого уровня. Так, ну у нас уже, кстати, есть свиная кожа постепенно. Да, кожа, кожа. Черепашья даже есть. Давайте индюшку зарубим. О, тут уже кто-то гниет. Хорошо. Так, здесь тоже гниет, свежая. Мертв. Уже 2 дня отсутствует части тела, свежая, неохлажденная, испортится менее суток. Не успеют забрать, скорее всего. Ну, давайте я попробую. Давайте 3-ю скорость включаем. Так, дружелюбно настроенный ИИ, вызывающийся именем Шарлон Вейстун, отправил вам сообщение. Он говорит, что на этой планете в тайном месте находится его корабль и сообщит вам его координаты. Если вы доберетесь до него, унесет вас этого звездам. И куда он нам предлагает пехать? Та-та-та-та-та, мне кажется, игра повисла. Нет, не повисла. Вот сюда. А мы... Вот. Ну, слушайте, не так далеко. Ну, конечно же, это сколько провианта надо с собой брать, чтобы на такой промежуток, блин, передвигаться. Ладно. Возвращаемся к нашему поселению. Давайте вначале разовьемся, а потом уже будем думать по поводу того, чтобы убегать. Честно сказать, мне здесь нравится. Почему бы здесь не остаться? Жить, поживать, да. Подготавливаться к будущим всяким приключениям. Так, вторую я хотел здесь поставить, но у нас слишком много других дел, поэтому... Ладно, пускай пока будет одна. Вспышка звезды, ничего страшного. Сколько у нас еды? 4, 7, 5... Легче здесь посмотреть, 16. Ладно. Ну вот, наконец-то начали таскать металл. Ну-ка ты. Снайпер. Все мимо. Эх, Биг Мак, Биг Мак. Ну, что ж поделать. Такова жизнь. Он что, заново? Ты хоть ранил ее? Да, есть ранение. Наконец-то. Так, Анжелика получила пищеварение из-за того, что съела простое блюдо. А, ну, начинают приедаться простые блюда. Но еще кукуруза не взошла. Подождите немножко. Кстати, нам бы еще... Блин. Металла. Металла мало. Хотя здесь еще есть ли металл? Так, электричество. Еще не довели, да? Ладно. Вспышка звезды. Выключаем. Ладно, пускай спят. У нас вот пока что начинают накапливаться. Они доделали аккумуляторную батареечку. Нужна теплая. Я так и не увидел, насколько охладитель
помогает. Снаружи 14, внутри 24. Ну, видимо, вместе с костром это неприемлемо. Но сейчас уже нету смысла в охладителе. На улице не так жарко. Да, я, наверное, неправильно их поставил вместе. Один нагревает, другой охлаждает. Какие у нас еще тут? 23 температура. 19, 16. Ух. Здесь тоже 28. Так, ну, вы там таскаете? Да. А что с тобой произошло-то? Снова может ходить? Слушайте, мне на эту собачку как-то с высокой колокольни. Потом мы займемся уже. Сейчас главное... О, вот они построили. Теперь они могут развлекаться хотя бы немножко. Давайте посмотрим, что из мебели мы еще можем сделать. На самом деле... 100 ткани, 45 ткани. Круглые столики, стойка снаряжения, двойная кровать. Вот. Давайте поставим. Закажем сразу же, что это у нас будет хорошего качества. Ой. Я не знаю, нужно ли каждый раз, или достаточно один раз, и они сразу же сделают. Я это не проверял. И надо будет здесь паркет положить. И потом проведем электричество, наверное, вдоль стены. Давайте, что тянуть? Закажем сразу же электричество и закажем лампочки. Почему не делают турели? Вот, вопросы возникают. Потому что у нас к ним нету патронов. Им нужны специфические патроны НАТО 5.65, по-моему, не помню. Вот. Так, кондиционер начал работать. Давайте, кстати, до нуля доведу. Хотя лучше даже сделать минус один. Заморозим всю пищу. Так, у нас здесь стоят трупы? Да, стоят, чтобы трупы сюда приносили. Хорошо. Не будем на такой высокой скорости, пускай развиваются. Ух. Минометные патрончики принесли. Какой, кстати? Отлично, два, хорошо. Слушайте, можно уже даже отлично заказывать. Вы посмотрите, как комфортно. Спальня ужасна. Ну, да, со спальней я... Паркет у нас сколько прибавляет? Покажите мне. Паркет. Один. Прочность. Воспламеняемость 0. Ну, вроде как двоечку дает. Давайте закажем здесь паркет. И нужно заказать сразу же дерево. Чем занимаемся? Хрен его поймет. Так, спасательная капсула. Знакомые. Это муж. Угу. Маджот. Хорошо. Так, ладно. Раз мы будем спасать этого мужа... Вот, в первую очередь. Надо посмотреть, где он от нашей базы. Ага, вот тут. Ладно. Выбираем мебель. Давайте сейчас, раз уж у нас нету никаких... А нет, у нас есть медицинская кровать.
без проблем, давайте мы его спасем. Может быть, он к нам и присоединится. Так, твой муж, тебе идти его забирать. Все. Спасти. Иди спасай. Так, здесь у нас все. Теперь я за еду не беспокоюсь. Еда не портится. Еда замороженная. Можно теперь накапливать запасы на зиму. Какой у нас 11-й день лета? Да, пора бы накапливать. Нет, ты... Тебя мы пустим на мясо. Бешеное животное. Бешеная черепаха. Я вас понял. Мейджор уносит. Как бы не нарвалась на эту черепашку. Бешеная черепаха. Да, она как раз на нее и нацелилась. Ну, ничего страшного. Анжелика, занимай свое место. И Биг Мак тоже займи свое место. Так, у нас, кстати, собака скоро с голоду сдохнет. Я забыл ей снять область. Блин, ну ладно, сейчас это животное пройдет. И мы назначим. Ну вот она идет. Душевное состояние, жажда крови. Ну... А кто стрелять-то будет? Ой. Покажите мне. Да? У кого-то нету. Анжелика. Забирай. Можешь идти обратно. Ну, есть. Один раз она попала. Слушайте, что у нее с меткостью? По-моему, до этого было все намного лучше. Давайте посмотрим, как у нас здесь. Ну, да. Ну, потом еще здесь, конечно, подметут и будет получше. Пока что все ужасно. Хорошо. Постепенно живем. Надо заказать побольше стрел, наверное. Уже со стрелами становится плоховато. Так, стрелы. Да, пускай... Делают стрелы нам. Так, животное я обещал выпустить. Сейчас пойдет съест труп. Да, то бы она с голоду умерла. Ну, вот на таких вот маленьких ошибках я, конечно, могу проколоться. Вот тут еще одна недоеденная.
Так, ну вы сейчас пойдете, поедите. О. А, ну это она за своим мужем ухаживает. Ладно. Грузовой контейнер. Посмотрим. Что нам прислали? Агава. Я не помню, что такое агава. Ну, не особо далеко или... Не, недалеко. Пускай заберут. Так, ну они его подлечили, теперь он опять может ходить. Конечно, у него здесь темно. Мы ему поставим здесь обогреватель. Вот, и начали клепать стрелы. Да, с тем, так как они расходуют стрелы, сотни нам вообще будет мало. Так, у нас при том только пока что у Анжелики стрелы есть, у Биг Мака стрел нету. А он у нас охотник, и ему это нужнее. Так, Биг Мак, ты чем занимаешься? Понятно. Ладно, Биг Мак, я тебе дам задание после того, как ты вернешься. Вот он уже возвращается. Хотя бы 20 стрел. Блин, давайте, все заберет. Все. Хорошо, молодчинка. Может, двух ему назначить? Я боюсь, что они разозлятся и на меня нападут, как это уже было. Они бывают вреденки. Уже 3 раза попало. Да, с 4 стрел. Если я правильно считал, я на самом деле немножко отвлекался. Но вроде бы как с 4 стрел мы ее убили. Ну что ж. Пускай они у нас... Тушка не испортится, Биг Макс потом придет. О, они тут решили вдвоем поиграть. Биг Мак... еду готовит. Ну да, еды у нас маловато. 8, и еще у нас... Да, нахлебник. Да. Надо даже... Давайте кого-нибудь еще назначим. Этих я трогать не хочу. Куропаточка. Вас я вообще видеть не хочу. Есть кого здесь еще можно поохотиться? О, тут можно будет... Обломок корабля разобрать. Бум-крыса. Слушайте, а как-то... Да хотя бы зайца убейте. Заяц, кабанчик. Давайте, запасаться надо. Еще расскажу, что... Не знаю, что у нас получится. Надеюсь, что все будет хорошо. В этом плане надо быть немножко оптимистом. Так, наверное, построим все-таки мы еще один здесь костерочек, чтобы было не так вам холодно. Хотя на улице... Ой, на улице... Здесь 11. Ну, здесь я поставил. Ладно. Аккумуляторы потихонечку заряжаются. Я уже думаю, может быть, ставить лампочки. Лампочку я, наверное, не так буду ставить. Так. Я же хотел их ставить через выключатели, да? Ну, давайте вначале просто их так поставим, чтобы они у нас были, лампочки.
освещение нам пригодится. Так, в холодильнике не буду ставить освещение пока. Да, хватит пока. У нас металл... О, Анжелика решила зайца, пока он спит. Как у тебя со стрелами? А, все? Да, все. Да, вы стрелы так тратите, что нечто. Просто жуть. Вот это вот оно ответит. Если я на него нападу, я боюсь, что оно мне вкатит больших и сильных. Ладно, давайте на этом серию заканчивать. Всем спасибо за просмотр. С вами был Тормод. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Всем пока!